Домой. А домой зачем? Стримить. А, ты стримить будешь? Я не буду, я у Вадима буду. А, я думала, ты сгорел. Ты думала, я сгорел на тебя, Рис? Да. Нет, конечно. Круто. Точно? Конечно. Как на тебе можно сгореть? Ты же нам столько всего вкусного приготовила. Я бы еще мне голову сверху. В отличие от этого уебана, который меня позвал, я даже суши не попробовал. Все же нормально, Рис. Точно? Не переживай, да. Не знаю, такое ощущение, что ты пытаешься меня переубедить.